Приветствую всех, дорогие друзья, с вами я, Мификс, и в этом видеоролике хотелось бы затронуть тему бесплатных шапок в Team Fortress 2. В этом видео вы узнаете о трех способах их получения. Как я говорил, существует всего три способа получения бесплатных шапок. Первый. Это честный способ, в котором вы выполняете достижения в самой Team Fortress 2, а также в других играх. Второй — с помощью специальных серверов, и третий — с помощью специальных программ. Но сегодня мы рассмотрим только два последних. И вот, собственно, мы уже в Team Fortress, и сейчас вам покажу способ с специальными серверами. Но для этого вам нужно зайти, собственно, вот сюда. Потом список серверов. Ну, мы, как мы видим, тут очень много серверов, и не на каждом есть, собственно, бесплатные шапки. Нам нужно найти сервер с припиской Free Items. Вот, допустим, вот этот сервер. Мы сейчас зайдем на него. Так, и вот, собственно, когда мы зашли на сервер, нам нужно пописать в чат. Начнем. Give my items. Иди. Вот, происходит вот такая вот хуетень. Мы получаем достижения. И за эти достижения мы получаем с шапки. Но у меня будет немного достижений. А, потому что я уже сделал это. Если я не понимаю, вы сразу же можете не ломаться. Как мы, собственно, видим, все. Конечно, бесплатные вещи я не получил, потому что, как я говорил ранее, они у меня уже были. Так что перейдем к следующему способу. Так, ну и, собственно, третий способ заключается в самой программе, которая называется SAM или SAM. В общем, как это называется. В общем, я в описании оставлю архив с этой программы, можете не волноваться. Сразу же хочу предупредить, что за проделанные действия с этой программы вас не забанят. Никакого вака не будет, все безопасно. Потому что мы будем, получается, выполнять только достижения с помощью этой программы. Тем не менее, я все-таки советую поиграть в какую-нибудь игру, хотя бы часик, чтобы вас не забанили, так скажем, чтобы быть уверенней. Ну, в общем, перед нами появляется, собственно, сама программа, само окно. И, допустим, я хочу получить шапку Паразит. Нам нужна игра Alien Swarm. Теперь нам нужно найти, собственно, определенное достижение, за которое нам дадут, собственно, эту шапку. Вот. Она называется Hat-Trick, если я правильно прочитал. Нужно, получается, выполнить в кооперативе две миссии, да? Как я правильно понимаю. Ну вот видите, у меня уже тут стоит. Вам нужно нажать сюда вот. Нажать вот сюда. На галочку. Допустим, давайте вот я выберу вот это достижение, чтобы на примере показать. Теперь commit changes. Хер знает правильно. Вот видите, у меня появилось то, что достижение выполнило. Программа выполнила достижение. Вот, допустим, вот этот сайт. Ой, блядь, сайт. Так, ну, собственно, вот мы уже в Team Fortress 2. Так, и первый, собственно, способ — это... Для начала мне, блядь, музыку нужна. Вот, теперь в самый раз. Дубль 2. Потому что я уже делал... Это... Так скажем, сама программа, само окно.
получить шапку паразита.